Во время бури брик фортуна сгинул без следа. Но я пробился сквозь буруны и приплыл сюда. И став здесь на причал, сначала заскучал. Но вот прошло немного дней, и я нашел друзей. Довольный я новосельем, летят часы полны весельем. И что наш остров не обитаем, поверьте, мы совсем не замечаем. Когда кипит работа дружно, все поспеет в срок. И нам, друзья, украсить нужно первый наш пирог. Бананы тешат взгляд, на них орехов ряд. А сверху сочный ананас, пирог готов у нас. Значит, тот, кто съел пирог, который я друзьям испек. Наказан будет носорог за то, что съел у нас пирог. Скажите, эти носороги все такие невоспитанные? Thank you.
пирога остались крошки. Они помогут мне немножко. Гадкий носорог, и вновь огонь печи пылает, и готов пирог, и под кругу своем спокойно мы живем. Порядка все его друзья, веселая семья. Почему у носорога шкура в складках?